Эй, парни, а вот и местное войско. Батю позови. Вот так надо. Зови. Егор. Ну, что теперь? Батя, нету в деревне. Что делать будем? Я думал, пастух наш лагерь набеялся. Немцы. Сколько их? 8 солдат и 2 барбоса. Один важный, сука, такой. На понтах есть. Вам к Архипу надо. Да побыстрее. У него одного места в деревне, где сохраниться можно. Че стоим? Давай, поднимай корешей своих. Это вам не от вертухаев по лесу бегать. Немец мужик серьезный, с ним крепко воздержать надо. Че стоишь, я спрашиваю? Бой всех. Разведчики. Господин лейтенант, посмотрите. Черт, они съели наши припасы. Шульц, отнесите поскорее ящики наверх. Нам следует обыскать деревню. Зачем? Самое важное не тронуто. Конечно, неприятно, что мы остались без продуктов. Но чего не сделаешь ради рейха и фюрера. И все же, тут кто-то был, и нам следует быть осторожными. Хорошо, они съели наш запас. Но самое важное не тронули. Что бы это значило? Либо они были здесь недолго, либо это были голодные крестьяне. Не стоит переживать по этому поводу. И все же я настаиваю, чтобы мы обыскали деревню. Ну, делайте, что хотите. Герман, хватит веселиться. Займись пьяным стариком. Кроме вонючего сыра и старых кур, здесь ничего нет. Ты придурок. Придурок. Грязный старик. Глупый придурок. Мы еще придем. Браун, наверх!
Добрый день, фрау. Нужно осмотреть ваш дом? Осматривайте, если нужно. Что вы ищете? А что нужно искать в такой глуши? Конечно, солдатам. У нас нет солдат. Я клар. Логиш. Как говорят, у нас erst wegen, dann wagen. Или у вас это, кажется, 7 раз отмер, 1 раз отрежь. Я? Wie heißen Sie? Как вас зовут? Прекрасная незнакомка. Дарья. Дарья. Schön. Sauber. Чисто. Good. Хорошо. Good. Извините. Нам уходить пора. Aber Vorsicht. Мы вернемся, если вы нас обманули. Verstehen Sie? Klar? Господин капитан, я придерживаюсь мнения, что, несмотря на результаты обыска, нам следует немедленно изменить нашу дислокацию и информировать об этом штаб. Господин лейтенант, я уважаю ваш опыт, но за эту операцию несу ответственность я. И я думаю, что менять такой хороший план операции не имеет смысла. Ваша группа состоит из профессионалов, владеющих всеми видами оружия, взрывчатки и рукопашного боя. С начала войны вы не провалили ни одной операции, не потеряли ни одного человека. Каждый ваш человек стоит 10 обычных солдат. И я не буду менять план операции из-за каких-то русских. Вы слишком осторожны. Как раз моя осторожность помогла мне сохранить группу. Краузе, послушайте, наша разведка проверила всю местность. Этот хутор не обозначен ни на одной топографической карте. Его не найдут даже местные. Я обеспокоен тем, что наш тайник кто-то обыскал. У нас очень важное задание. Если русским удастся сорвать нашу операцию, наши войска понесут большие потери. Может, дождемся результатов обыска? Браун, не спускайся, тут ничего нет. До свидания. Шайсы. Опять пустышка. И пожрать нечего. Жутко. Давай, убирай. Как ты? Нормально. Спасибо, дед. Маре покойно говори спасибо. Это она хотела, чтобы в хате 2 погреба было. Один... для хлама всякого, а другой ее личный, для хозяйства. Что теперь будет, Сереж? Разберемся. А что разбираться-то? Фрицы на деревне даром не нужны. День-два перекантуются и дальше пойдут. Верно говоришь, Сыч. Перекантуются и пойдут. Тебе домой пойдут. Жену твою и мать резать будут. А у меня дома нет. И жены с матерью у меня тоже нет. Он же базарил. Он же базарил, что мы тут схоронимся, и никто нас не найдет. Ни фрицы, ни красноперые. Что про не маячь?
А немцы что? Пускай банкуют, так что ли? Ты чем немцы не в масть? Немцы для красноперых кто? Враги? Враги! А нам красноперы тоже враги! Стало быть, фриция! Враги наших врагов! Логика, бля! Что, парни, чеши языком? Не отряд, а не Дашенька. Как не отряд? Банда. Потому и не кличут друг друга по имени. Дашка, стой! Что? Дело думать будем. После потолкуйте. Что толковать-то? Ну что толковать? Я не знаю, как вы. А я остаюсь. Чтоб пасти поразявили, остаюсь. Я немцев буду резать. Молодец, Крот. Уважаю. Большое дерево сильный ветер любит. Батя, ну ты хотя бы их вразуми. Ты глянь, что творят, а? К бабам они своим прикипели. На подвиги их потянуло. Фраера дешевые. Ну что ж, значит так. Пусть каждый скажет, что думает. Ты, Крот, забыл бы свою печусь. Вот тебе повоевать и захотелось. А что, как и за бабы? Вот и воюй. Кто тебя держит? А мне фриц погод не делает. Лучше живая собака, чем мертвый лев. Нельзя к фрицам в пасть лезть. Штопор! Батя, ты меня знаешь. Мне один хрен кого резать. Но я против. Ну что ж, значит, так и порешили. Все одно не судьба нам век по этой жизни кантоваться. Эти остаются своих баб беречь. Ну, а мы по-тихому уходим. Вроде тихо. Пойду проверю. Сейчас с собой возьми. Сыч, проводи. Одна деревня осталась. Там он сидит. Больше негде. Фичмер, ваше распоряжение выполнено. Садись. Благодарю. И ты садись. А что стоишь, как истукан? Ну, а ты чего? Я это... Не пьющий я, товарищ майор? Нельзя. За победу. За победу можно. За победу все можно. За победу, Холопов? До дна пить положено. Бойцы соединений народного ополчения проявляют массовый героизм в сражении. Не проиграем мы немцы войну. В бою деревни штурмовой. Точно не проиграем. Группа местных комсомольцев более 60. Если бы Гитлер хитростью не взял, не ударил бы в спину без объявления, летел бы сейчас к чертовой матери.
Валерий Павлович. Мобков Дмитрий. Товарищ майор, я вот все спросить хотел. У меня брат по гранцом служит. Несговорова Раиса Семеновна. Служил. Александр Иванович. Так вот, он еще в мае, когда в отпуск приезжал, так он рассказывал, что немцы у нашей границы стоят. Целые дивизии с танками и артиллерией. Почему говорят, что Фриц внезапно напал? Волоколамский, Можайский и Калужский укрепрайоны. Знал, получается, товарищ Сталин. Были оставлены города. Еще муж не подготовился. Белый холм. У тебя еще что-нибудь? Никак нет. Свободен. Утром начала наступление на город Торопец. Но охватываемая противником с правого фланга была вынуждена отступить на исходные рубежи. На правом фланге западного... Вот ведь сволочь, а! На товарища Сталина клевещет. К стенке его надо, товарищ майор, к стенке. В течение дня вели кровопролитные упорные бои с танками и мотопехотой противника на всем фронте за овладение городом. Разрешите идти? Но под натиском численно превосходящих сил иди. Противника вынуждены были оставить город Торопец. В центре боевых действий воины-красноармейцы героически продолжают наступление, преодолевая упорное сопротивление противника. На левом фланге... Сынок, побеги к деду Мите, вываливай. Хорошо. Скажи, что у нас на хуторе немцы. Да. Хорошо? Только осторожно. Тропами. Чего учимся? Тихо. Тихо, тихо. Тихо, ничего. Ну, дергай отсюда, быстро! Его, выводи ее! Вот тебе что про Одесса. А где Герман? Я не знаю. Его здесь нет. Может, он еще спит? Почему не доложили? Нужно срочно его найти. Вы сами виноваты, позволяете такую недисциплинированность. Я вам сказал, что потерплю это три раза. Это был второй. Вы в своем уме?
Группенфюрер сделает из нас решето, если с мальчиком что-то случится. Вы знаете мое мнение. Я был против. Этот мальчик доставляет нам одни проблемы. Шварц, Браун, найдите Германа. Приведите его немедленно сюда и не спускайте с него глаз. Не хватало еще, чтобы с этим парнем что-то случилось. Муссанем созвонил. Как? А вот так. Тот на бабу его полез. Жмура куда дели? В конюшню занесли и сеном завалили. А Ольга где? Ольга у Клавдии с детьми. Бать, валить надо! Валить надо! Немцы это не вертухаи, а звереют порудно! Решай, бать. Эй, старик! Эй, где Герман? Где Герман? Герман! Браун, Браун, иди за дом, посмотри там. Герман! 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 Шульц! 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 Да! Допей, говорю, Архип сказал, пить надо. Давай, моя милая, давай. Господи. Ну что, ешьте давай. Mein Gott, Господи, и что я скажу теперь группенфюреру? Герман. Герман. Кто это сделал? Что? Что он говорит? Что-то потерял. Гармошка Германа. Этот пьяница осмелился поднять руку на немецкого солдата. Шульц! Готовьте виселицу. Извините, фрау. Вы должны пройти с нами. Ауштейн. Что случилось? Вставайте, фрау, и берите старика. Он плохо ходит. Ауштейн! Вставай! Что вы делаете? Не надо, пожалуйста! Пожалуйста, не трогайте его! Пожалуйста! Пожалуйста, оставьте его, дедушка! Не плачь, да? На виселицу его. Давай, давай. Быстрее!
Шевелись! Навеси лицо! Тебя повесят, старик! Давай быстрее! Дядя Ваня, ты за что? Батя, Ваньку-то спасать надо. Что делать-то будем, а, батя? Сиди, я чубак перестреляю. Тебя повесят, старик. Ты это заслужил. Давай, собачьи отродья. С дороги. Давай назад. С дороги. Назад! Швайген! Молчать! Я сказал молчать! Простите, баба, никого обидеть. Сестра. Клава. Так будет с каждым, кто разогнет нацизм немецкого солдата. Назад! Не двигаться! Назад! Куда? Мне в мой дом надо. Ты не рыпайся. Возьмите Шульца. У вас этой ночью дежурство. Оба, лейтенант. Господин обер-лейтенант. Да я и сам справлюсь. Gut, machen Sie. Хорошо. Исполняйте. Seien Sie vorsichtig. И будьте осторожны. Хватит уже Крауза. Мы нашли убийцу и повесили. Понятное дело, будет непросто объяснить группенфюреру, что его сын погиб. Но в конце концов, мы все знали, на что идем. Меня не это беспокоит. А что же? Как этот пьяница смог это сделать одной рукой? Да какая разница, сделал он это одной рукой или двумя? Мы нашли у него гармошку. Нашли. Он признался в содеянном. Да. Значит, он убийца. И все же я настаиваю, чтобы мы внесли изменения в план операции. Вы в своем уме? У нас нет на это времени. Через два дня здесь будет русская колонна. Группа захвата Клеменса уже давно готова к выступлению. Братва, свои. Ну? Немцы псы. Одного на стрём выставили. Остальные в хате гудят. Пикассо где? Не видал я его. Он же в дом пошел. Сдаст курва. Что делать будем? Не бзде, что-нибудь придумаем. К Дашке не заглядывал? В хате она. Все в порядке? Ну. Ладно. Кончай трепаться. Пора за дело. Айда за инструментом. Послушай, Крауза,
Операция начнется в 4 утра. Группа Клеменса придет в этот квадрат в 6 часов и будет ждать нас в лесу. Как только мы будем близко, Вольф свяжется с ними по рации. Они присоединятся к нам, и мы выполним задание. Значит, еще раз. В этом квадрате группа Клеменса. А в эту точку прибудем мы. Краузе! Вас не пугает эта полная луна? Что вы имеете в виду? Завидую людям с крепкими нервами. После того, что случилось с Германом, меня может уложить спать только пуля. Не накаркай. Ты слишком легкомысленно относишься к своей жизни. Лично мне беспокоиться не о чем. Мой астролог сказал мне, что я умру после 60. А мне сейчас 28. Шульц, ты не мог бы разбудить Шварца? Он должен сменить Брауна. Я иду патрулировать. Шварц, вставай, твоя очередь Не спится? Все хорошо. Пойду пройдусь.
Hey, Braun! Hey, Braun! Wo bist du? Hast du was zum Rauchen? Hier ist er gut. Braun, wozu versteckst Чего du dich im Busch? Hast du Angst Мертвяков vor den Toten? Боишься? Komisch was. Не смешно. Ja, komisch. Совсем не смешно. Wir müssen vorsichtig sein. Krause hat Krause приказал быть начеку. Черт. Закурить не будет? Тихо, падла, не шуми. Ты вообще выпить попросил бы. Браун? Браун. Эй, Браун! Эй, Браун! Wo bist du? Ты где? Взорвай! Долго музыка играла, долго фраер танцевал. Трудный путь вы выбрали. Но нет вам другого. Смерть многих из вас заберет. Но жизнь вечная будет вам. Обо мне говоришь, Архип Лукич? Сколько раз меня шмаляли, до сих пор живой хожу. Не про то тебе толкую. После поймешь. Ну, прощайте. Помолюсь за души ваши грешные. Прощай, Архип Лукич. Не поминай лихом. Вот, пора. Может, пойдешь с нами? Нет, Егор. Мне судьба иная предначертана. Ступайте. Богом. Так точно.
Краузе? Краузе! 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 Товарищ майор, младший сержант Хлопов по вашему приказанию прибыл. Заправляй машину, сегодня в ночь выезжаем. Есть. Товарищ майор, а что с зэками будет? Да я смотрю, Хлопов, зэкам сочувствуешь. О преступных элементах печешься. Они же тоже люди. Что ж мы их, как овец паршивы, что ли? Свободен. Есть. Шульц. Zuschaufeln. Закопать. Нравится мне этот Хлопов, товарищ майор. Вашему ведомству стоит серьезно им заняться. А у меня уж, как говорится, все задокументировано. Собери документы и все личные дела. Немцы прорвали последнюю линию обороны. Как? Сегодня закрываемся. Я думаю, эту определенно для меня подготовили. Я вас предупреждал. Это был не тот русский пьяница. А кто? Бабы? Дети? Или этот полоумный кузнец? Это были профессионалы. Здесь деревни солдаты. Или кто-то из местных жителей. Все не так просто, как вы думаете. Что вы имеете в виду? Идите в деревню и расстреляйте всех. Отставить! Что вы себе позволяете? Приказы здесь отдаю я. Это моя операция. Понятно? Я не буду рисковать операцией. Из-за ваших ошибок погибли мои люди. Вольф, свяжитесь штабом. Быстро! Пока я жив, вы не будете отдавать здесь команды. Понятно? Выполнять приказ. Господин обер-лейтенант, мы перевернули вверх дном всю деревню. Каждый камень. Никого нет. Господин обер-лейтенант, в деревне никого нет. Они все ушли. Черт, вы к озеру. К старику. Помогу, тяжело ведь. Даш, дай тюк-то. Что, Даша? Ты что, так ничего и не понял? Мне все равно, что ты делал раньше. Ты обманул меня. Даш, у меня так получилось, понимаешь? Сложилось у меня так по жизни. Значит, ты меня не любишь. Ну, почему не любишь ты, Даш? Я хотел тебе сказать, 100 раз хотел. Но я же боялся, что ты не поймешь. Я же люблю тебя. А я боялся, что уйдешь. Я же люблю тебя. Где все?
Где все? Ушли. Петров. Быстро вышли! Ты почему остался? Мне судьба счастливая. Умереть на своей земле, а не гнить на чуждении, забытым и проклятым. Шнайдер, поджигай! Братцы, да что-то открыто! Ух ты, подрыв! Я назад. Тихо.